друзья, ну а перед началом этого видео хочу порекомендовать вам реально страшный и крутой канал, который захватывает своим контентом и не оставит вас равнодушными. Приветствую вас, добро пожаловать. Первый уже есть, прям сразу в течение первых 10 секунд форы. Я думаю, все очевидно, я выиграю. Здесь нет ничего. Ой, грустненько. Время пошло. Я какой-то слышал Артема, надо смотреть. Одного нашел. Я не понимаю, где они? Боже, это Артем, господи, нет. Давайте поддержим молодой канал подпиской. Все ссылки в описании под видео. Где-то месяц назад в одном из моих видео я провел ночь на жутком заброшенном заводе, где по легенде обитают жуткие необъяснимые существа. Место казалось действительно страшным, в какой-то момент я понял, что там обитает нечто, то, чему я не мог дать рациональное объяснение. Прошло ровно 30 дней, и я решил вернуться и выяснить окончательно, что же именно скрывается ночью в этих жутких коридорах. Все, ребятушки, привет всем, с вами, как обычно, я, Женя. Я вернулся опять в это место. Сегодня приехал на машине, сейчас, смотрите, значит, вон там вот впереди тупик. Просто лежит какая-то плита или какой-то столб. Дальше, по идее, дорога должна идти там, но сейчас я туда не проеду. Время сейчас почти 9 часов, 20:48. Это здание находится прямо по левую руку от меня. Вот тот вот корпус, помните, в котором я как раз в последний раз я в него зашел. Далее я пошел по лабиринту, потому что там отходит одноэтажное здание, очень-очень длинное. И там идет очень много коридоров, лабиринтов. В общем, я был в последний раз там. Есть еще таких же дальше два, чтобы вы понимали приблизительно масштаб вот этой заброшенной локации. На улице еще не полностью стемнело, я думаю, что где-то минут через 15-20 будет вообще кромешная тьма. Оставляю машину здесь, иду вот так вот по той дороге, далее туда, в сторону завода. Ребята, сейчас приехал, знаете, еще даже светло, я еще даже не зашел туда, но у меня же такой идет легкий мороз, мурашки по коже, я вам честно говорю. Все такое мертвое дерево. Камера 1, записи пошли. Камера 2. Записи тоже пошли. Да что, ребят? Все, теперь я вступил полностью на территорию этой локации. Просто знаете что? Вон прям там, видите, вдалеке. Короче, им приходится идти еще какое-то расстояние. Ё-моё, пешком довольно-таки внушительное. Сейчас вот идет ограждение. Мне придется пройти еще метров. Не знаю, километр, наверное, может чуть поменьше. Точно, до самих корпусов. Так, главное, вон, что там никого не было, никаких, ни на кого не наткнуться. Ну, какие... Показалось.
На самом деле, в тот момент мне действительно не показалось. Такая тропинка идет. Причем... Причем натопленная, знаете. Здесь пролет прям завалился. Заборы. Сейчас надо подойти чуть поближе и посмотреть, нету ли там никаких бликов света. Так, в прошлый раз я лазил вон там, вот в том здании, оно отсюда чуть ли видно. Я даже сейчас вижу вход, где можно было тогда войти. Здесь что-то хотели, видимо, строить. Иди сюда. В полной темноте причем. Короче, ребят, смотрите, ситуация следующая. Сейчас буквально я прошел несколько метров. А хорошо, что я отключил камеры, ну, потому что идти было достаточно, ну, сколько там, метров, наверное, 500-600. Думаю, пока отключу, дойду до основных корпусов здания, и там уже включусь, начну снимать. Только я подхожу, знаете, как какое-то чутье, я буквально на несколько секунд остановился, там, ну, как все равно был такой, получается, спуск, уже начиналась асфальтная дорога, и дальше уже здание, я прям остановился перед этим спуском, такой стою, где-то секунд 10, слышу такой, какой-то звук, типа, как будто скрип, знаете, скрип какой-то колеса, поворачиваю голову, просто не успел среагировать, включить камеру, смотрю, где-то в метрах, 100 от меня в темноте едет мужик на велосипеде. Мужик, я не знаю, может, это какая-то баба была. Но фактом, скорее всего, это какой-то сторож, наверное, он меня перепугал до смерти. Я быстрее, ну, среагировал, соответственно, побежал оттуда. Скорее сейчас сел в машину, отъехал от поля где-то километра на 3. Сейчас, значит, такая дилемма, что делать. Запалил он меня или нет, потому что я шел некоторое время без света. Скорее всего, запалил. Почему? Я так думаю, потому что когда вначале я же все-таки включил свет, он мог видеть оттуда, со стороны, что подближается кто-то с фонарем. Но хотя, когда я побежал, он не свистел ничего. Даже, по-моему, не пытался там за мной что-то гнаться, еще что-то. Так, машина, ребят. Я сейчас стою, думаю, что мне делать. Идти мне туда или нет. Сворачиваю в другую сторону. Немного подумав, я решил, что этой ночью будет опасно делать вылазку на эту локацию. Еще чуть постояв, я решил уехать. Проезжая по дороге, ведущей к заводу, я встретил этого самого странного человека на велосипеде. Так, сюда какая-то машина едет, блин. Вот это мне уже не нравится. Откуда там нахрен машины? Там какая-то деревня расположена. Очень бы хотелось проехать так, чтобы незамеченно где-то запарковать машину вон там вот сейчас вот, ребята. И там, блин, еще что-то распахивает нахрен. Так, ребят, сейчас решил запустить пока дрон. Завод находится прямо, куда я сейчас показываю. Пока еще не совсем стемнело, специально приехал сюда засветло, чтобы запустить дрон и посмотреть, есть ли там кто-то сегодня или нет. А вот так он сейчас находится, на такой высоте. Сейчас чуть... Ooh!
У меня ничего нет. Откуда вы взялись нахрен? Они вроде бы не агрессивные. Ближайшее поселение отсюда довольно-таки далеко, а наш вон, ребят, где отсюда, в километрах 5, наверное. А вроде бы так на первый взгляд не видно ничего, чтобы кто-то здесь ходил, каких-то движений, но буквально перед тем, как забежали собаки, а где-то, видите, вот в этой вот какой-то непонятной, на каком-то непонятном строении, мне показалось, что была какая-то, что-то мелькнуло, какая-то движуха, блин, может это какое-то животное, может быть это собаки, потому что если туда кто-то лазит, может кто-то приходил просто с собаками, я не знаю. И кто-то просто мог быть, потому что если человек, то я не знаю, вообще это какой-то тип какого-то гаража, что ли. Знаете, я думаю, что вряд ли мог это быть охранник. Иначе он бы себя так не вел. Собаки опять бегут сюда. Реально меня пугают. Хотя вроде они нормальные, добрые. Друг. Так, а что это еще за машина едет сюда? Так, ребятушки, всем привет еще раз. В общем, что, сейчас, как вы уже поняли, я вернулся в это место. И сейчас мне тут очень уже как-то не нравится. Есть какая-то движуха. Ну, начнем с того, что вон там распахивается поле. Короче, сам завод находится вон там. Я сейчас только что запускал дрон. Сегодня не буду идти по старому маршруту. Еще подожду, пока полностью стемнеет, и отправлюсь на вылазку. Здесь также идет забор. Здесь даже типа какое-то подобие колючей проволоки, что ли. А забор. Вот видите, уже идет один из корпусов здания. Так, ладно. На территорию этой страшной и жуткой локации. Вокруг, блин, такая тишина пугающая, знаете. Реально пугающая. Походу показалось. Так это какой-то
какой-то ангар. Под технику, наверное, да? Так, ребят, сейчас я на секунду отключу свет. Ибо такое ощущение, как будто кто-то на меня смотрит. А вот так, знаете, вот идти гораздо комфортнее, когда я иду и не свечу. Тишина полная, и никого нету. Но это на первый взгляд. Но у меня реально, у меня уже какая-то фобия на заброшке. Потому что ввиду всяких таких вот моментов. Заблокировано. Там уже там птица походу какая-то. Сейчас оттуда, с той стороны, доносятся какие-то звуки. Если бы это был человек, то, не знаю, мне кажется, я бы это понял. Знаете, вроде бы обычная заброшка, что-то такого, но звуки, любые какие-то звуки, это я уже понял, что это капает вода. Скорее всего, там, наверное, конденсат какой-то. То есть любые звуки просто в ночи, это очень сильно пугает, реально, просто нереально. Вот это место, где с дрона, да, по-моему, это точно место, прям под прямой. Где что-то мелькнуло с дрона.
существо или просто существо, похожее на Джиперса Крипперса. Очень неприятная локация. Видно, что она уже в таком прям, ну, реально давно запустение. Так, это какой-то ангар. Здесь неподалеку проходит железная дорога. Ах ты, я что такое кусил, ёп! Он уже полностью обесточен, нету, не подведена никакая, никакие коммуникации. Куда пойти, налево или направо? Здесь какая-то тропа. Запах дыма. Запах дыма. Ой, блин. Сука, показалось, что там свет. За херня. Сука, придурки, блядь. Нахер такое делать, блядь. Короче, это малолетки. Офигеть. Просто офигеть. Кладбище. Как в зомби-апокалипсисе каком-то, знаете. Местные какие-то сталкеры, малолетки. Просто решили прикольнуться и сделали вот такое подобие кладбища. Я уже сперва, мне такие мысли, знаете, как будто это потом животных какие-то хоронят, знаете, ну бывает. Но опять же, я такой потом начинаю логически мыслить, каких нахрен животных, если это удалено, хрен знает откуда, хрен знает насколько.
старое. Еще, наверное, советских времен. Такие вот типа фуры, да, для перевозки скота. Здесь уже все. Здесь уже все. Давно не слыхал. Поэтому... в такие дебри даже нету никакого желания идти. Что вот это? Твою мать, сука! Твою мать! Вот урода, а! Местная молодежь, да? Ч?
теплый. Теплый кирпич. Были не так давно, да? Как будто готовились к какой-то баррикаде. Ого, гляньте. Смотрите, ребят. Ух ты, блядь, тяжелый. Ну что, я, пожалуй, войду сюда, да? Ау. Так, кирона. Ребят, вообще офигеть. Знаете, такие вырезы в окошках, как будто, не знаю, какие-то кунсткамеры. Открыты окна. Здесь прям как будто кто-то подметал так все чисто. Интересно, для чего? Здесь, говорю, очень-очень много всяких зданий. И всякие звуки, которые доносятся откуда-то, очень-очень сильно напрягают. Все обшарпано, все в пыли, разрушено, раздолбано, разбито. Но стекла наружные, они не разбитые. Твою мать, это табличка отражает. Какой-то корпус. Ребят, вот один из лабиринтов, в который я лазил в прошлом видео. Блин, мне даже стрёмно туда заходить вновь. Еще одно мертвое дерево. Какой-то гараж, ангар, наверное, да, по технику. Все же раздолбан до такой степени, что просто... К
Кто здесь? Реально какая-то чертовщина, что ли, происходит. Вы знаете, я боюсь даже заходить просто искать какие-то здания, хотя я знаю, тут они есть дальше, и заходить внутрь. Там, где ограниченное пространство. Постоянно почему-то преследует такое чувство, вот реально, когда я тут был еще, помните, самый-самый первый раз, мне казалось, что кто-то вот прям как будто следит за тобой. Так вот, сейчас это чувство вновь появляется и не покидает меня. За мешки. Наверное, скорее всего, это очевидно. Как-то ты вообще совершенно один, ребят. Вот так вот идешь по заброшенной какой-то огромной просто локации. И что там такое, а? Там какое-то сооружение внутри. Там разбито окно, можно залезть. Так, здесь уже понятно, что полностью обесточено все. Хотя нет, вот здесь вот еще идут провода, там вот, так что вот это за здание. Подперто какой-то лавочкой. Пробую зайти сюда. Здесь, кстати, стекла везде не побито, что удивительно. Больше всего реально. Что здесь за фигня? Кто здесь?
Год змеи, я не могу понять, какой это год. А, 2008, ребят. В 2008 году здесь еще все работало. Не входи. Не входи. Странно, здесь только вход в это крыло здания, что никак нельзя попасть. Все это весьма заброшенное. Какая-то скамейка осталась стоять. Я буду надеяться, что здесь такого не произойдет, потому что вижу, что, по крайней мере, петли на месте. О! Ну и запах. Есть кто? Кто здесь? Ребят, мне здесь очень-очень не нравится. Запах какой-то, вы не знаете, как пахнет ртуть. Почему забита эта дверь? И это... Кто там?
реально, не может ли быть такого, что здесь где-то разлита ртуть, например, вот это, или как она выглядит, я вообще не знаю. Действительно, очень было страшно, и я так думаю, что это шел 100% человек. Я подразумеваю, что, наверное, вот этот странный, которого я видел в прошлый раз. Друзья, если вам понравилось это видео, то поставьте обязательно ему лайк. До новых встреч!